Приветствую вас. Вижу, что вам уже ответило некоторое количество людей. Вот. И вероятно, я уже опоздал немножко с ответом. Вот, но я все же хотел бы ответить. С точки зрения психологии, вы столкнулись с человеком, играющим в игру «Попался негодяй». То есть это вот такой как раз тип людей, да, которые ищут к чему бы прибраться, ищут к чему бы прикопаться, ищут что. Что не так, да, вот, и, соответственно, как только видят, что можно, там, ну, к чему-то прибраться, да, то сразу это дело, собственно говоря. Вот. И важно понимать, что при таком подходе человека к проблеме своей реализации и своего самоутверждения очень важно применять то, что в психологии принято считать антитезисом. Вот. Антитезис для вот вашей ситуации. Антитезис может быть идеальная регламентация как один из вариантов. Идеальная регламентация того, что входит в ваши обязанности, того, что входит в обязанности человека. Это один из вариантов. Другой вариант – это игнорирование, потому что то, что делает человек, вот, то, что пытается человек сделать, он пытается получить толику своего внимания. Он пытается повысить уровень своей, что называется, значимости. И как бы не чурается использовать ради этого все возможные способы, в том числе и вот такие. Поэтому ваша задача лишить его того, что он хочет для себя в этой ситуации получить, а именно внимание. Только вы начнете, например, сами выбирать, в чем человека слушать, как только вы начнете сами выбирать, где, значит, к человеку
вы будете прислушиваться, например, а где нет. Вот. То ситуация сразу же станет куда более для вас, ну, такой приятным, скажем так. То есть вам сразу станет легче, потому что вы увидите, что ситуацию-то по факту контролируете вы, а не он. А сейчас наоборот происходит, что ситуацию контролирует он, а не вы. Вот. Ну и, соответственно, из-за этого возникают проблемы, да и вполне нормально это, что они возникают. То есть вы можете почитать в интернете про психологическую игру «Попался негодяй». Вот. Или как ее еще называют, «Попался сукин сын». Вот. Поиграл. Так еще тоже называется иногда. И посмотреть к ней антитезиса. Вот. То есть то, что вот нужно сделать, то, что следует делать. Вот. Ну вот в ситуации, в этой ситуации. Там могут быть разные антитезисы, какие-то я уже сейчас не вспомню. Но насколько я вот могу судить, да, насколько могу судить, антитезиса такого стопроцентного к игре это нет. Вот. И просто достигается это максимальной регламентацией и максимальным, что называется, регулированием ситуации, чтобы она, ну, я имею в виду ситуация, да, не выходила из-под контроля. Вот то, что я могу вам сказать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.